Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру «Вселенная суперсхваток». И начнем с открытия сундуков. А ну-кася. Губка Боб выпадает нам. Дальше идет Тимми Тернер. После Арнольд. И энергетические кристаллы. Ну и, конечно же, слайм. Хорошо, смотрим следующий. У нас еще, ребят, 4 сундука. Погнали. Так, нам Дженни выпала. И опять Тимми Тернер. Так, ну и слаймы. Следующий. Ага, котопес на этот раз. Потом губка Боб. И слаймы. Давай вот этот вот большой откроем. Посмотрим, что здесь будет. Так, Донни. Это уже хорошо. Так, опять Арнольд. Линкольн. Ну и энергетический кристалл вместе со слаймом. А, еще и два алмазика даже. Алмазики это хорошо, они нам пригодятся. У нас с вами 6 алмазов, поэтому я сегодня, наверное, пойду все-таки попробую пройти лигу. Не уверен, ребят, что опять получится. Но надо же как-то ее пройти. Нам нужно продвигаться дальше, чтобы получать новых героев. И, наверное, я именно с этого и начну, да? 359 у нас кубков, а нужно 360. Это для чего? Для того, чтобы мы с вами получили 20 энергии. Вот так вот, хорошо. Ну что, поехали, идем в события, да? Вот, испытание клуб любителей страшилок. Я до сих пор, ребята, его не прошел. И нужно это обязательно сделать. Начать задание. Так, у нас с вами, значит... Погоди-ка секунду, погоди-ка, я могу выйти. Мне нужно, знаете, что сделать? Мне нужно проапать своих бойцов. А в данный момент это у меня Донателло, который получает новый уровень. Вот так вот, чтобы он был покрепче. И Тернера тоже мы с вами будем улучшать. Слушай, вот так вот будет хорошо, я думаю, да? И теперь можно смело, наверное, все-таки идти в события. Поехали. Два уровня все-таки подняли, это уже классно. Так, надо нам как-то, я не знаю, покороче что ли. Или как бы нам здесь... Так, пройти. Не забывайте, что нам нужно оставить как можно больше персонажей. Ну, здоровенькими. Только в том случае у нас все получится. Так, здесь у нас ключ. Значит, нам показывают либо сюда идти, либо сюда. Тут у нас две Дженни будет. И два вот этих вот, как это там, база. Тут ключик, блин, да как же быть-то. Ладно, я пойду, наверное, сюда. Я пойду сюда. Поехали. Так, и первый боец, это у нас Дженни. Отличный выбор. На этом пути тебе придется сразиться со мной дважды. Жду не дождусь. Ждет она, не дождется. Ладно, хорошо. Опа, я не понял, а почему это у меня у Пиклз? Это что за проблемы? Странно как-то. Она должна быть целенькая. Я же вышел из боя. Почему ничего, ребят, не вернули? Ну, погнали. Отлично. Так, тихо, тихо, Дженни, успокойся. Я ей все-таки... Тихо, тихо, не надо тут буянить. Уже хотела, ребят, вертушку сделать мне, но... Ловим. Фигушки-то мы ее не поймали. Так, что он тут делает? Раз, два, три, отходим. Раз, два, три, отходим. Раз, два, и готова она. Отлично, но здесь нам повезло. По-другому это не назвать. Ух ты! Два самоцвета дали, это хорошо. Они нам нужны будут для того, чтобы, если мы с вами проиграем, да, могли восстановить здоровье нашему одному из бойцов. Так, здесь мы с вами забираем ключик. И вот этот жук космический, ребята. А, Зим, не Бакс, а Зим его звать. У него, ну, мощей, как мы видим, у него поменьше. Но я думаю, что мы с вами можем взять Тернера. Так, секунду. Слушай, нет, я все-таки буду, наверное, драться именно Донателлой. Да, попробуем, ребят. Он жук еще тот, я помню его. Мы с вами дрались. Длиннорукий жучара. А? Поехали. Что-то там уже собирался сделать, а? Раз, два, три. Слушай, хорошо мы идем, ребята, очень хорошо. Ух ты, как ты вот так. С блока-то. Да иди ты. Оу, нет, 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 нет. А если я? Ой, ребятушки, плохо. Блин, он меня подбил, этот Зим. Жучара, ну все, ему крышка. Сейчас ему будет крышка. У меня там кто? У меня есть... Ну да, у меня есть Тернер. Нет, Пиклз мы не будем. Кстати, давайте-ка мы попробуем с вами вылечить нашего Донателло вот таким вот образом. И это все?
Вы что, издеваетесь, что ли? Я там думал, что он подхилит, да? Большое зелье написано было. Ага. Большое зелье. Ну, я, в принципе, ребят, понимаю, для чего это все сделано. Для того, чтобы народ вкладывал деньги в эти самые гемы, чтобы мог отхиливать своих персонажей. По-другому здесь и быть не может. Есть. Мы, наконец-то, подбили с вами этого Зима. Тимми Тернер молодец, но нам еще предстоит с вами встретиться с Дженни. Так. Нормуль. Поехали дальше. Здесь мы с вами коробочку забираем. А вот у нас Дженни. Ну, как мы поняли, ребят, с ней, в принципе, можно довольно легко справиться, если будем играть с вами Донателлой. Так, поехали. Иди сюда. Да-да-да, я помню твою тактику. Три удара ты делаешь. После можно нам, как говорится, атаковать. Раз, два. Непонятно немножко. А если поймаем? Ха-ха-ха, поймал! Слушай, ребят, поймал, и это классно, что я успел. Замечательно. Ну что же, тогда мы переходим с вами к там последний у нас, по-моему, бой будет, да, впереди? Если я ничего не путаю. Так, мы забираем ключик. Да, и у нас Линкольн. Вот именно на Линкольне мы с вами и проигрывали. Этот жук мне не дает покоя. Это испытание подготовил не я, а Дэнни Призрак. Но лишняя тренировка мне не помешает, говорит нам Линкольн. Вот так вот. Смотрим, ребята, у нас... Он вообще по всем параметрам очень сильный. Вы сами можете в этом убедиться. Посмотрите. Я не знаю, мы попробуем. Начнем, пожалуй, с Дони. Если он опять нас накумарит, ребята, это будет финиш. Это будет просто финиш. Хорошо, я его сейчас подловил. Так, 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 отходим, отходим, отходим. Ну, он в блок встает, ребят. А если я? А что сейчас было-то, эй? Ребята, сейчас как-то... Нечестно говоря, сейчас было. Я в него бил суперударом. Типа он в щите был, но я так и не понял, если честно. Какой-то бред. Опять этот Линкольн нас накумарил. Ну вот посмотрите, ну как с ним можно тут драться? Давай попробуем сыграть за Тимми. Я половину здоровья даже не отнял у этого Линкольна, к сожалению, ребят. Это меня немножко расстраивает. Давай попробуем вот так вот. Ага, он со своим Вантусом. Да что-то, как ты перехватываешь-то? Я не могу понять вот этого вот. Как ты умудряешься это все сделать? Давай, беги сюда. Я попробую. И я все-таки пробил его, ребята. Давай попробуем добить. Есть! Аллилуйя, ребят. Наконец-то мы с вами прошли это чертово испытание. Ух! Наконец-то. Сколько это? Третья серия у меня, да, по-моему, по прохождению этого испытания. И мы с вами можем с вами открыть сундучок. Конечно же, будем открывать и смотреть, что нам отсюда выпадет. Так, тихо, мне это не нужно. Где? Вот он, открытие сундука. Смотрим. Нам выпадает Рокко, Линкольн и опасный малый. Ну и слаймы. Ну что ж, неплохо, неплохо я вам скажу. Так, сундук задания, это запертый сундук. Запертый, ребята, открывается в том случае, если мы с вами собираем все ключи, которые здесь соберем. Так, ну я думаю, что нужно нам кого-нибудь прапать. Прапать, в принципе, тут можно много кого. Давай, наверное, Линкольна улучшим. Ага, не хватает, не будем я пока тратить. Так-с. Да подожди ты, мне не это нужно. Что же я хотел посмотреть? Я хотел, ребят, посмотреть по событию. Что у нас тут происходит. Вот смотрите, ребята, здесь мы с вами один, кстати, ключик не подобрали. Здесь, кстати, тоже можно подобрать ключи. Ага, даже вот так вот здесь все это делается. Ага, заново. А тут у нас как, если посмотреть, ну, предположим, да иди ты. У нас тут открыто все, да? Выходит так, вот в первом задании мы с вами все, что могли, мы получили. Да что ты... Погоди, я не понял, что ты мне тут делаешь? А где мое первое задание-то? Или что? Идет работа обучения. Это, конечно, все понятно, но ты мне верни. Ребят, неужели придется все сначала, а? Вот эту вот ерунду проходить. Ну ладно, давай попробуем. Идем сюда. Ага, губка Боб тут, как всегда, расстроенный. И мы с вами попробуем. Ой, да он легкий. Тимми Тернер, конечно же, его должен с полтычка. Смотрите, у него здоровье 191. Хе! Ну что? Да-да-да-да-да-да, конечно, а? Губишка скатил. Нет.
Ты посмотри, что он делает, а? Ты посмотри на этого губку Боба, а? Охламона, получил свое. Победитель Тимми Тернер. Так, это понятно, я одного не могу понять. Ребят, мы с самого начала вообще все, что ли, проходим? Или как? Мы сбросили? Задание выполнено, продолжить. Так, это выполнено, выполнено. Все отлично. Нет, слава богу, у нас, ребята, все обратно вернулось. Короче, смотрите, наша следующая цель, ну, по крайней мере, для меня, вот этот вот ключ поднять, да? И вот здесь еще тоже нужен будет один ключ. Если я вот сюда зайду и посмотрю, где он находится, давайте-ка глянем. Вот он, да, этот ключик. Значит, нам нужно его просто-напросто подобрать. Здоровье у нас все восстановилось, поэтому есть, наверное, ребята, смысл. Но для этого нам придется подраться с призраком. С Дженни Призрак, или как его там величать? Дэнни Призрак. Ну, смотрите, ребята, мы здесь в разы его сильнее. Я думаю, никаких проблем не составит нам. Да, его, как говорится, как следует нахлобучить. Раз, два, три, а? Что? Раз, два, три. Ребят, тройной удар, и все отлично. Блин. Так, опа-на, опа-на, он суперудар применил. Ха-ха-ха, мы его просто переловили. И все. Ладно, с Дэнни, с призраком мы с вами справились. Он, в принципе, и в первый раз, когда играли, был такой себе, ватненький, да? Но дальше-то будет не все так просто, потому что у нас, ребята, Арнольд. Арнольд, 522 у него силы или мощей. И я думаю, что мы сможем, наверное, вот за счет Джимми, да, Тернера с вами его... Да какой Джимми? Тимми Тернер, ё-моё, Джимми какой-то. Оп! Не надо. Да сплешивый, а! Ты достал своим баданием здесь. Да как ты... Тимми, ты будешь вообще что-нибудь делать-то? Что-то делает. Суперудар. Понятно, теперь моя очередь. А? Что, Арнольдушка? Съел? По-моему, пора с ним завязывать, ребят. Да как ты делаешь-то? По 4 удара, блин. Он? Он победил. Блин, как он меня бесит, а? С своим танцем поганым. Ну все, я тебе сейчас... Я тебе сейчас накумарю, а? Танцевал, значит, да? Любишь танцевать? Ну-ка, давай-ка, Пиклз. Я знаю, что ты мастерски овладеешь своими ножками и будешь его сейчас... Вот так вот, видел? Носочком, так говорится, правой ноги просто ему в лицо. И он упал. Так, ну а мы с вами продолжаем. Двигаемся дальше. Вот он, ребята, этот заветный ключик, который нам нужен. И опять у нас впереди Линкольн. Что ты будешь делать? Кстати, тут котопес очень мощный. Ну что, давай попробуем. У нас здесь, по крайней мере, Пиклз в разы сильнее этого Линкольна. Лишь бы только нам не опростоволоситься. Давай, поехали. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, давай. Поехали. Да как ты? Посмотри на него. На! Получил свое? Тихо, Вантусом не надо здесь ничего делать. Да иди ты! Ну, плешивый, а. Получил все-таки. Вот как вот, ребята, выпустишь его из-под контроля, он начинает тебя бомбить просто-напросто. А держать их тоже невозможно, да? Удержать на одном месте. Ну что, поехали. Нам главное, ребят, пройти здесь и получим тогда этот заветный ключик. Но у нас впереди два врага. А мы можем с вами, ну, предположим... Ага. Придется делать так. Ха, энергию, ребят, потратили. Пришлось ее восстановить. Ну что же, возьмем, наверное, мы с вами здесь Донателло. Конечно же, Донателло, потому что, смотрите, насколько мы сильнее. Вот у нас стрелочка показывает, что... Сила на нашей стороне. Сила джедая Донателло превосходит все ожидания. Поехали. Так, так, так. Пока нормуль. Мы его ловим, ребят. Мы его ловим очень даже хорошо. А вот это было злобно. Так, что он там придумал? Ну, последний удар. Последний удар. Ты посмотрел, ребят, он сделал суперудар. И смотрите, я нажимаю, главное, на блок, и у меня ничего не помогает. Как они могут вставать в блок, когда по ним идет суперудар? Это я не понимаю. Это нечестно, я считаю, вот так вот. Ну что, остался лишь, ребята, у нас Рокко, который меня может нахлобучить. Да, именно Рокко. Именно этот паршивец. Но Пиклз немножко, конечно, посильнее его, но у нас здоровья мало. А сколько лечить? Мы можем вылечиться. Ты понял?
Ага, вот так-то, наверное, будет оно самое то. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что Пиклз может здесь победить. Мне нужен тот сундук, понимаешь? Мне нужен обязательно тот сундук. Ты видел, что он сделал? Он перехитрил меня. Да как ты делаешь-то так, а? Кто ты вообще такой? Кенгуру или собака? Ты кто такой? Ты кто такой, спрашивайте? Попался. Он попался, ребята. Тихо! Да ее просто, ну ты посмотри, ну... Да как он это делает? Да он не дает, ребят, мне ничего вообще сделать. Давай. Есть! Аллилуйя, ребят. Подбили мы его. Я его супер ударом поймал. Ну, на самом деле, этот рок бесявый. Самое главное, что мы с вами заработали тот самый ключик. И теперь открываем сундук. Эх, еще бы чуть-чуть. В следующий раз я тебя одолею. Не забывай забирать ключи, когда решишь снова меня навестить. Да уж, как-нибудь без тебя разберусь. Да-да-да. Погоди, не понял я. Открыть сундук. Я же вроде собрал ключ. Вы чё, ребятули? А, все хорошо. Все хорошо. Они меня уже пуганули. Так, мы с вами получаем Пиклз. Также мы получаем на Арнольда и на опасного малого. Честно говоря, я думал, что этот сундук будет намного лучше, чем предыдущий. Но нет. В любом случае, это у нас все, ребята, пройдено. Давай посмотрим, что у нас еще здесь осталось неоткрытым. Вот здесь нам нужно получить сундук. А сколько у нас? У нас здоровье восстановилось. То есть, значит, нам придется идти вот сюда, да? Блин, вот сюда нам придется идти. Ладно, давай по... Ай, ребят, бесполезно идти, потому что у нас энергии с вами всего лишь одна штучка. А для этого, чтобы получить энергию, нам нужно сейчас пройти просто испытание на кубке. Вот тогда будет все хорошо. Так, давай посмотрим. Вот, видите, мы с вами еще, например, один кубок получим, и у нас восстановится 20 энергии. Так что есть смысл, ребята. Есть смысл поиграть, но что ж ты будешь делать-то, а? Везде нужна эта энергия, абсолютно везде, поэтому мне остается только поиграть, ребят, вот в этот режим, в обычный, в одиночный. Так, Хельга, да? Капитан Краб против нас. Ну, давай посмотрим. Оп-оп-опа! Давай-давай-давай, Хельга. Не буянь, радость моя. Ха-ха-ха. Нахлобучиваем. Ну-ну-ну, успокойся, девочка, успокойся, говорю. Тихо-тихо, не надо свои вот танцы здесь делать. Пожалуйста, не надо. Все, готово? Будешь знать, кто такой Донателло и как связываться с ним. Так, ладушки, здесь победа за нами. Мы сейчас с вами будем, знаете, что делать? Набивать просто-напросто сундуки, да? Я думаю, что это неплохая идея, нам как раз они нужны будут. Давайте один активировать. И титерить-тирить, и следующий бой. Следующий бой. Так, что у нас там по бойцам? Я вижу, мы можем с вами... Ох ты, малый, конечно, давайте его улучшать. Этот парень мне нравится. Как боец, как этот... Что, у него две звезды? Да. Так, и Леонардо, давайте вот... Ага, Леонардо, ребят. У нас не хватает слайма, как всегда. Мне как-то вот хочется получить всех ребятули персонажей. Вот этих вот, не знаю, как-то возможно, но будем стараться к этому. И хотелось бы, конечно, прокачать себе Корру. Но на нее очень, ребята, мало бы это, находится ДНК. А так, конечно, бы хотелось бы. Так, ну что, переходим с вами опять же в быстрый поединок. Вот это вот. Запускаем рулетку, и нам выпадает космический снаряд. Но это у нас девчуля, которая шутить тоже не любит на самом деле. Рок-музыканша, да, наверное, так? Луна или Луна, ну, неважно. Ага. Такое, ребята, в лаборатории мы в какой-то, типа, с вами деремся, да? В секретной. А так, отлично. Хорош. Не... О, как он меня поймал, ребята, на суперударе. Как он меня поймал, а? Теперь наша очередь. Ну, мы, конечно, не смогли пробить, но... Мне просто интересно знать, в данный момент мы играем с вами с реальным игроком или это все-таки бот? Кто знает, ребят, пускай напишет мне в комментариях. Или, по крайней мере, ваши предположения. Ну что же, серия побед. Мы с вами зарабатываем два сундука. Обычный и вот этот, большой. Так. Ну что? 5 энергии нужно, ребят, для того, чтобы участвовать в 3 на 3. 5 энергии. Сколько вообще эта энергия стоит? Можно мне узнать? Сколько? В магазине. Так. Так, это понятно. Это капля слизи. Все не то. В общем, 175 вот этих вот алмазиков стоит 159 рублей.
Недешево, я вам скажу. Недешево. Ну как недешево, ребят? Для меня это, в принципе, копейки. Ну я не хочу. Ну смешно просто-напросто. Ну в такую игру еще и что-то вкладывать? Нет. Мы лучше с вами обычными путями будем. Долго, нудно, но зато честно. Так, и нам... Оу, Майки, один из братьев-черепашек появился у нас. Ну давай. Причем, ребята, вот Микеланджело, если сравнивать, да, мне как-то он нравится, как он здесь сделан, в отличие, вот, например, того же самого Донателло. И еще мне нравится, как здесь сделан Леонардо. Тоже прикольно. А если я? А? Слушай, не добил я его, ребят. Погнали. Вот теперь готов. Кстати, говорят, что новая игра вышла именно по новым черепашкам-ниндзя. Я пробовал, ребята, ее скачать. Скачал, но почему-то она у меня не запустилась. Не знаю, в чем проблема. Может быть, дальше попробуем, и у нас она запустится. Тогда мы, ребята, ее обязательно выложим в обзорчике. Так, ну что же. Еще один у нас бой, грубо говоря, есть. Поехали. Будем. Так, Спанч Боб у нас, да? Но здесь мы, ребят, слабее против него. Можно, в принципе, пропустить. Давай попробуем, ребят. Ни разу еще не пропускал. Томми Пиклз. Это что, получается, братишка Пиклз? Распашонка. Опа, получил. Я представляю, такой мелкий чувак в подгузниках, да? Дерется черепашка-ниндзя. Офигеть. Кто бы увидел, а? Так, мы его нахлобучили. А теперь моя очередь. Хоп. Оп, ах ты! Поймал, гаденыш, значит, да? Ну все, нахлобучил. Сел такой ошарашенный, скажет, нифига себе. Получил звездюлей звездных. Да, ребята, мы с вами получаем еще один сундучок. По идее, так должно быть. И, к сожалению, места уже больше нету. Нам остается только лишь ждать определенное количество времени. То есть тут по 30 минут, тут час. Тут, как обычно, 7,5 часов. Единственная какая у нас есть возможность. Мы можем с вами накопить энергию, да? И выступить вот 3 на 3. И это будет самый, наверное, лучший вариант, который могу я вам предложить. Так, давай-ка мы этого Рока, наверное, улучшим. Все-таки надо, ребята, играть разными персонажами и пробовать, и как бы знать их лучшие и худшие стороны. Так что, ребятулечки, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть. Удачи вам!